Не паспелі дабудаваць першую атамную электрастанцыю ў Беларусі са шматлікімі парушэннямі, як Лукашэнка пачаў агучваць ідэю пра БелАЭС-2. Навошта яму яшчэ адно будаўніцтва, якое можа зацягнуцца на 10 годдзі, ды ідзе ўзяць яшчэ некалькі мільярдаў долараў крэдыту на яго? І ўсё гэта на фоне таго, што з першай БелАЭС ёсць праблемы, і гэтага не хаваюць нават на афіцыйным узроўні. Што за гульню вядзе Лукашэнка? Сюжэт Надзеі Бельскай. Тема сегодняшнего нашего разговора, как известно, атомная электростанция. Уже на наступный день после этих слов шматпакутный другие энергоблок Островецкой АЭС ввели промысловую эксплуатацию. Акт приемки подписал наместник так званого премьера Петр Пархомчик. На БелАЭС усё прекрасно, пишет пропаганда, хотя еще напередодні Лукашенко казал про некие недопрацовки, але то, мовляв, дробязи. Основные узлы, в том числе ядерный этот остров, или как его называется, он в порядке, функционирует, действует. Ну а детали надо дошлифовывать и приводить в соответствие. У яким стане реактор, на жаль, не ведает никто. Надто засекреченный объект. Отримать информацию покуль что немагчыма. Але год тому белорусский расследовательский центр при допомозе киберпартизанов отримал злитую документацию, якой значилося про 5000 порушений. Только на момент увода яе у эксплуатацию. За год спес неполадок скоротился до 3000. У большасти своей гэта дробязі. Дефектнымі апынуліся сістэма пажаратушэння, рэзервовая дызельная электрастанцыя. У выпадку пажару ці аварыі сістэма не спрацуе адпаведным чынам. Мы же не знаем неполадкі, они насколько глубоко там укоренились. Киберпартизаны смогли найти только список недочетов по турбине, а не по реактору. По реакторной части где-то намного более охраняемый секрет. Такой же длинный-длинный список недочетов. И в худшем случае там может быть реально все, что угодно. Может быть неработоспособность систем безопасности, может быть неработоспособность систем даже и управления реактором при каких-то, не при штатных, а вот при небольших отклонениях от рутинных параметров. Галоўнае парушэнне ў тым, як будавалі гэтую станцыю, а будавалі яе, як давядзецца, як кажуць у народзе, у такіх выпадках казаць нецэнзурна. Зляпілі з таго, што было, агульнымі высілкамі. Эканомілі на ўсім, асабліва на якасці будаўнічых працаў. Адсюль такі вялікі спіс недапрацовак. І з гэтымі ўсімі акалічнасцямі Лукашэнка заяўляе пра пабудову другой электрастанцыі. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Выгодна каму, хіба што Лукашэнка спадзяецца на новы расійскі крэдыт. З гэтым не ўсё так проста. Беларусь атрымала 10 мільярдаў долараў расійскага крэдыту на пабудову БелАЭС, якая ў выніку каштавала крыху больш, чым за палову гэтай сумы. На пачатку Лукашэнка разлічваў на доступ да рэшты ад гэтых 10 мільярдаў, якая не была выкарыстаная. Аднак не далі. Усімі выдаткамі кіраваў Росатам. Ён плаціў непасрэдна падрадчыкам, таму ў тым ліку менавіта ён нясе адказнасць за ўсе недапрацоўкі на будоўлі стагу. Менавіта таму цяпер Лукашэнка патрабуе кампенсацыі ад Расіі. У нас срокі немного сместились ввода в эксплуатацию атомной станции по причине российской стороны. И, естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Россия на заступку пошла. Ядровое палево для станции Лукашенко отримає по внутрь российских коштах. Кремль будет продавать его как для внутреннего рынку. По сутности, это и есть отказ. Другой станции не будет. Термин по кредите так само перенесены. С первого красавика наступного года Лукашенко уже вымушены начать его сплочивать. Как Менский диктатор вертая пазыки, вядома. Термины хучей за все пересунутся еще далей. Те он возьми новый кредит, как сплатить старый. Але знову же верогодность его отримать вельми малая. На этом Лукашенко собаку съел, тому уже крутить многоходовочку. Это просто подарок был, когда на слушаниях сами атомщики опубликовали, что где-то в 1,5-1,8 раза выросло облучение жителей вокруг атомной станции. То есть вот оно к чему все это приводит. И вполне возможно, что этот аргумент не случайно попал. Я сначала думал, что вдруг это протекло вот так. Может быть, это часть такой же зацепочки, чтобы, если что, обвинить Росатом, если предположить вот то, что я сейчас фантазирую, что будет какое-то международное разбирательство, вот это тоже пойдет. Лукашенко тем часом марить про то, как будет покрывать всю Беларусь данной электроэнергией. Мы сделали определенную ставку поддержать наших людей. И это чудо вообще. Вот мы посмотрели отопление
поселка, который вице-премьер Сивак строит, я скажу, это чудо. Чисто, аккуратно. Даже не сравнить с газовыми там котлами и обогревом. На самом деле, еще совсем недавно, в 2019 году, Беларусь была газификована на 97%. Теперь же перед режимом стоит задача снизить этот отсоток до минимума. Бо будешь электричность, якую нема куда подеть, после того, как соседние державы отмовились окуплять электроэнергию в Беларуси. Те расходы, затраты, которые были понесены на газификацию, они, получается, частично стали не нужны. И теперь при этом возникает вопрос, что нужно достраивать инфраструктуру для того, чтобы вот пустить вот эту вот энергию с БелАЭС там в регионы Беларуси. У сухим остатку у Лукашенко БелАЭС с просьбой технічных неполадок. Шмат мільярдний кредит, який завтра треба починати вертати. Заробить на атомной энергии не выйдет, бо с соседями посварился, и они не купят ані киловатта. Лукашенко пролечился с першой АЭС, а у ягоной голове народилась шаленая идея про БелАЭС-2.